Sveiki. Privet. Šiandien esu pas Olegą, esam kupolė, biškai parodysiu aplinkui. Kupolas. Stoglangis matosi. Ir sėdžiu kartu su Maksu. Maksas yra muzikantas, profesionalus muzikantas, muzikos terapeutas. Ir taip gavosi, kad vakar atėjau pas Olegą į sesiją ir jisai man tiesiog pademonstravo vieną tokį įrenginį, kuris pagal dažnius nuskaito žmogaus smegenų veiklą. Ir toks šiandien pradėsim nuo technologinių naujovių, nuo technologinių įrenginių. Ir iš tikrųjų įdomi tema garsų, kaip jie veikia mūsų sąmonę, kaip veikia mūsų smegenų darbą ir panašiai. Ir Maksas daugiau apie tai papasakos, aš nesu ant tiek čia profesionalas. Maksas ilgą laiką praktikuoja muzikos terapijoje, labai giliai įėjęs į šitą temą. Daug seminarų, daug visokiausios veiklos, daug koncertų pravedęs ir daug eksperimentuoja su garsais ir tai, kaip tie garsai atsiliepia žmogaus sąmonė, jo būseno ir panašiai. Tak vat, Maks, tai možeš nemožko pristavyti o sebe, сказать, я переведу людям. Привет, друзья, я в двух словах, коротенько, по существу, занимаюсь звукотерапией вот с этими плоскими колоколами. Вот они называются Била. Я переведу, Макс. Максас сака, кад ясэй усима гроиму вот с то инструменту, кури мы ще родом, то ира русишкой вадимаси Билос. Это инструмент, который имеет точную настройку. Вот я также хотел сказать, что это очень важный фактор для звукотерапии. Šitas instrumentas turi tikslų, kaip čia pasakyti, tikslią natą, tikslų nustatymą, ar ne, kas yra labai svarbu muzikos terapijai, kad jisai skleidžia tam tikrą tiksliai nustatytą garsą. Naše состояние всегда может быть показано волнами, которые излучает наше тело и наш мозг. Mūsų būsena gali būti parodyta, demonstruojama tiksliai būsena, kurią skleidžia mūsų protas, mūsų, to prasme, nu, mes patys kaip žmonės, kokį dažnį mes skleidžiam. Jį vazdėstvoja, kada mes vazdėstvojame medlinami volnami. Kada mes lėtomis bangomis veikiam žmogus. Мы тогда успокаиваем систему. Тогда мы сраминам саво замедляем систему, ее. Стабдом. Старение замедляется. Сенеймо процесса стабдоса. И мы возвращаемся как бы к возрасту молодому. И мы с ликтой гриштам и ювняемо процесса. Если мы ускоряем вибрации, то есть делаем волны, которые быстрые вибрации. Если мы вибрации с сукелем, которые ну, дажнос, а не? Мы активизируем систему. То есть мы активируем свою систему. Для того, чтобы принять решение важное. Там, когда, по-моему, спрендима кашоки, то есть... Сделать какие-то действия интенсивные очень. Как подарить кашоки активы XMOS. Которые требуют от нас силы, решительности. Kurie iš mūsų reikalauja aiškumo, jėgos, prasme, apsisprendimo. И я занимаюсь этим с научной точки зрения, изучая конкретно вот есть такой простенький аппарат, который мы сейчас можем прямо показать, как работает. Вот мы одеваем его на лоб. Ну это ir Maksas iš tikrųjų jisai iš labai mokslinės srities tai analizuoja ir vat, turi tokį aparatą, žaisliuką tokį. Это простой, самый простой анализатор мозга. Pats paprasčiausias smegenų veiklos analizatorius. Но точно показывающий излучение электромагнитное. Bet labai tiksliai parodantis электромагнетinį, to prasme, tai, ką išskiria mūsų smegenys.
kaip elektromagnetinės bangas. Таким образом мы можем на экране телефона фиксировать. Tokiu būdu mes tiesiog telefono ekrane galim fiksuoti процесс терапии, терапия процесса, как что происходит с волнами мозга и состоянием человека. Как сликсто с жмогом, как сликсто с ее смегану дажниц. Вот, например, сейчас такая диаграмма. Вот, пажу добар, ира такая вот диаграмма, кур. Я сейчас не буду рассказывать, что это значит, это сложная информация. Аж добар не пасакосы, как стана сликсто, это ира судетинга информация. Но я знаю, на каком инструменте сейчас начать играть и каким образом. Ir, bet aš žinau, kokiu инструменту pradėti groti ir kaip groti. Чтобы состояние изменилось в активное или в более пассивное. Kad būsena, ta prasme, pasikreiptų arba į labiau aktyvę, arba į pasyvę. Или стало нейтральным. Arba taptų neutraliu. Считается, что для нашей жизнедеятельности идеальное состояние – это нейтральное. Skaitosi, kad nu, taip yra manoma, kad mūsų gyvenimiškoje veikloje neutrali. Вот мы сейчас видим, что волны прыгают. Matom, kad, pavyzdžiui, šitos bangos jos labai šokinėja. Идеальное состояние, когда они предельно ровные. Ideali būsena, kada yra visiška linija, ta prasme, eina tos bangos visiška tiesa linija. И вот для этого мы делаем терапию, чтобы для этого мы делаем терапию, чтобы активные, интенсивные переживания или состояние упадка, подавленности выровнялось к среднему. Ir tam mes darom būtent tas terapijos, tos seansus, kad vat, tas aktyvumas visas jisai arba atslūktų, arba priešingai galim suaktyvinti. Ar ne? Сейчас я продемонстрирую один инструмент, который самый Марса сильный. Марса дабар подемонстрирует один инструмент, который есть нейтралия, и пац стипрявся. Вот это называется круглая била. Ты вадинаси обвали била. Вот этот звук соответствует альфа-волнам. Считас гарсас тетинка альфа-бангом. И он уравнивает все волны и все излучения в организме. Ir jisai išlygina visas bangas ir visus spinduliavimus organizme. И вот он ровный сейчас, слышите? Ir šitas garsas yra tolygus. Звук ровный. Girdite, kad garsas yra tolygus, jisai vienodas tolygus. И вот мы можем задать. Вот волны чуть-чуть уже начинают меняться. Ir bangos pradeda, они опускаются вниз и keistis. Линейка сходится. Покажи немножко. Одну. Ir galim pamatyti, kad linija pradeda truputėlį keistis, jinai išsilygina. И вот мы запускаем интенсивную вибрацию. Dabar intensyvi vibracija. Вот это биение, ритм. Ir šitas vibravimas, šitas ritmas. Это ритм, соответствующий волнам мозга в состоянии медитации. Šitas vibracija, šitas ritmas atitinka būsenai, kada žmogus medituoja. Также вот есть била титановая. Dar yra титаninė била, вот šita плокštelė. Это самый уникальный инструмент. Šitas pats unikaliausias instrumentas. 22-й в таблице металлов. Tai yra 22-as metalų lentelė. То есть пиковое состояние энергии человека. Tai yra пикинė жмогаус энергии. Вот, при воздействии этим звуком su poveikiu šito garso мы активизируем всю энергию в теле. Aktivizuojam visą energiją kūne. И организм начинает работать на регенерацию самовосстановления сам. Ir organizmas pradeda regeneracijos procesą. Опустились до 50, это норма человека. Дажни нусиляйду эки 50, это норма. И все идут в унисон, в одной. Ir visi, покажи.
А вот сейчас ты начал говорить, сейчас еще раз ударим. Когда ж проделал кальбет, даже спасти какие-то прошли, если было гармонизация с высочкой. Начнет говорить, активничать, частоты начнут. Когда аж нутилау и тесок лосил гарсо, все дажни гармонизавось. И когда аж прадеду кальбеть, вел тос линиос, когда аж не прадеду шокнет. Поэтому в терапии мы занимаемся так, что человек, вы должны лежать спокойно или сидеть неподвижно. Тогда происходит эффект, и он углубляется. Ты вот терапия, то просто юстурит tiesiog gulėti atsipalaidavę, nejudėdami, tam, kad efektas gilėtų. Taip pat primer bijenį, tai 130 Hz. Pavyzdžiui, bijenį. Šitas vat, garsas yra 130 Hz. Ir здесь ровно настолько Hz ниже, чтобы создать между ними биение, полезное для нашего мозга и системы. Ir čia yra mažiau, tu prasme, kerco ir va ta, tie du garsai sukuria liktai tarpusavio harmoniją, kas yra harmonija mūsų širdžiai. Instrumentai, kurių dėka, kurių garsų dėka, jie daro organizmą, kaip čia pasakyti, jo būseną stabilę ir, nu, jo, to prasme, harmoninga ir stabilė. Ustojčiai ekstresu, stabilė atsparę stresui. K nagruskam, holodu, kažkokiam tai krūviam, tai yra karščiui, šalčiui ir panašiai. Вот, можно посмотреть, что произошло. Дальма пожарит косовика. Вот сейчас начал говорить, немножко подскакивает. Но вот при правильной терапии все частоты опускаются ниже и выравниваются в линейку. Bet prie geros terapijos tos visos linijos jos nusileidžia žemyn ir išsilygina į vientisą liniją. Вот сейчас посмотрим, как другой инструмент, который успокаивает и расслабляет инструмент, который очень отполайдует систему. Это РАВАС. Насколько опустились вниз частоты. Буквально за минуту. После 10 минут игры может дойти до нулевой отметки, когда организм спит.
Po 10 minučių tokio grojimo galima daryti iki to, kad visos linijos išsilygina, nusileidžia žemyn ir panaši būsina, kai mes miegam. Ну, таким образом, творчески, через приятные звуки и приятную музыку. Tokiu būdu, вот kūrybingai, tiesiog dėka malonios muzikos, malonių garsų. Можно как гитару настроить свой организм. Galima lygiai taip pat, kaip kokį instrumentą, gitarą, pavyzdžiui. В рабочее состояние. Suderinti į savo kaip į darbinę būklę, arba, pavyzdžiui, į visiškai ramę lygę būseną, arba visiškai, pavyzdžiui, į atsipalaidavimo būseną, į ramybės būseną, kaip mes miegam. Но все это делается через медитацию, через состояние неподвижности, расслабленности. Это все даром пер медитация, пер такая, не дробусина. Можно сказать, что это ускоритель медитации. Галима посмотреть, как ты ира погрейтен то есть медитация. Ты ва, норел посмотреть, как ши секмадени шешта валда, юс галит обсланкити пас Олега Куполя. Ir kaip tik tais Maksas ves čia vat, tai, apie ką mes kalbėjom, muzikos terapijos tokia vat, sesija. Макс, скажи пару словах о том, что в воскресенье там да, будем делать. Я тут на недельку и вот хотел в воскресенье предложить сделать такую сессию. Максас čia сако, kad už savaitę čia ir sekmadienį mes galėtume padaryti tokią sesiją. С бусиной, с диагнозаемо. Самое важное в этой сессии, чтобы вы сами для себя поняли, как на вас воздействует тот или иной звук и в каком состоянии вам лучше находиться. И svarbiausia žinutė yra tame, kad jūs dėka va to įrenginio ir dėka va tos terapijos patys suvoktumėt ir suprastumėt, kas pas jūs darosi prie tam tikrų būsenų ir tam tikrų garsų. Ну и мы можем понять через сессию, как дальше самому развивать и регулировать свое состояние. И от активного до пассивного. Сессия, это просто по тем сусивокти, как мы можем регулировать свое бусина, но пассивиоз и ки лобитивиоз. Все. Спасибо вам. Ты, удачи приходить. Как кричу секмадень, кричу пас Макса, ты под галима пас Макса уж сверащить индивидуалем сессиям, индивидуаляй сессией. Padirbėti su garsu, pamedituoti ties garsais. Va toks vat įdomus žmogus pas mus Lietuvoje ir aš kviečiu su juo pabendrauti. Tikrai praturtinsit savo potyrių ir žingeidumą. Iki.